Выделить 5 миллиардов рублей на благоустройство малых городов и исторических поселений. Распоряжение прозвучало напрямую от Владимира Путина. Задача на местах – возможность не упустить. В понедельник на заседании межведомственной комиссии проекта благоустройства общественных территорий. В основе выбора – предложения местных жителей. Ивановская область представит на суд Минстроя заявки Кинешмы, Юрьевца, Плеса и Гаврилов Посада. Безусловно, с этими деньгами, без этих денег мы благоустройством заниматься будем. Вы знаете, нам уже выделены федеральные средства в размере свыше 100 миллионов рублей на пилотный проект по благоустройству Палиха. Подтверждены нам еще федеральные деньги на дорогу от Шуи до Палиха. Надеюсь, что жители Ивановской области почувствуют улучшение качества этой дороги, которая, откровенно говоря, сегодня просто в безобразном состоянии. Все муниципалитеты в итоге остановились на наиболее посещаемых и многолюдных территориях. Гавпосад на Городской площади, на Георгиевской площади Юрьевец. Кинешемцы также проголосовали за Центральную площадь. В Плесе принято решение благоустроить верхнюю часть города. Это рекреационная зона, сквер вокруг пруда с устройством различных мест массового пребывания людей и дополнительных возможностей привлечения туристов уже не в нижнюю, а в верхнюю часть Плеса. На середину мая запланирована публичная защита данных проектов перед федеральной комиссией. Победители смогут потратить средства не за один год. В этом, например, заняться бумажной работой, а в будущем уже приступить к реализации. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.